только что из Лондона, ты что? Это не вор! Я с вокзала! Это удивительный, это наш спаситель! А кто это? Кто это? Нет, это удивительный что? Человек, который пришел сказать, что нам делать-то теперь. Ну, как и самое сложное, это вовремя прийти на репетицию, которая проводится перед этим спектаклем постоянно. В отличие от остальных спектаклей независимого театрального проекта, в которых я участвую, а я участвую еще в одном, в «Ле Дисней», то здесь, конечно, приходится очень часто собираться перед спектаклем. Не часто, а каждый раз. Очень серьезная нужна подготовка, помимо текста, там очень много физических всяких действий, которые должны совпадать с этим самым текстом. В общем, должно быть ощущение коллектива. Вот. Мы, собственно, это ощущение и закладываем перед спектаклем в репетиции. Во-первых, я люблю этот спектакль, потому что... Вода, первый звонок! Вот за это я тоже люблю спектакль. И вот за это... Я люблю этот спектакль, потому что все первые действия я практически сижу на стуле в зале вместе со зрителями. Вот. И уж кто, как не я, чувствует настроение зрителя. Как диджей, который стоит там у пульта, крутит, смотрит, там чувствует энергетику какая-то. Вот. Он там поддает газку, чувствует, как-то все затухли. Он еще поддал. Вот, слишком развеселились, взял так, немножко прибрал. Вот. У меня есть такая возможность регулировать этот спектакль, потому что я вот в образе режиссера все первые действия руковожу постановкой этого мероприятия. Но зато второе действие приходится очень сильно побегать вместе со всеми, кстати. Вот. В физическом плане у ребят, конечно, посложнее все, потому что они на ногах все три действия. Вот. И вот тут-то я им, конечно, не позавидую. А приходите на спектакль независимо. Так, ребят, проекта. Я в душ со мной, пойдемте интервью. Так, это из какого театра был молодой человек? Посмотрите, пожалуйста, вот в эту сторону. Вот, этот человек в красной рубахе, это Саша Усов, прекрасный наш актер, с которым мы сейчас, через несколько минут, схлестнемся на сцене. Я как режиссер, а он как актер. Собственно, плохой, вот да, это считаешь? Один из самых мощнейших конфликтов, который вообще существует в театре. И мы его пытаемся сегодня усугубить. Собственно, весь спектакль-то состоит из этих конфликтов и из того, что часто люди, которые играют в спектаклях, они приносят что-то из своей собственной жизни на сцену. И уж как там оно ляжет, не ляжет. Вот, собственно, в этом и состоит интерес нашего спектакля. Ну, в общем, приходите на спектакль независимого театрального проекта, получите массу удовольствия. Мы вас ждем.